Ассаламу алейкум, меня Асам Ватанларим. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие мои слушатели. Я вчера посмотрел один ролик нашего друга Фазиля, который они вместе снимали с Расимом. В том ролике мне понравилось предложение нашего Расима, который предлагает армянскому народу взять свою семью и покинуть страну. Но хотел бы попросить у Расима одну такую вещь. Расимчик, не нужно им что-то предлагать, этим армянам. Потому что они и без нашего предложения уже покидают свою страну. Там уже почти никого не осталось. Потому что ситуация вот демографическая у них в Армении катастрофическая. Хотя если раньше говорили об этом у них оппозиционеры, в последнее время уже стали говорить и в правительственных кругах. Хочу заметить, что вот грозящая Армении демографическая катастрофа, о которой пишут и говорят все и все время, в последнее время неожиданно стало видно и представителям власти. Даже депутаты у них от правящей партии в последнее время стали бить тревогу о катастрофическом положении дел, связанных с миграцией населения. Они уже в открытую признают, что численность населения Армении уменьшается стабильно. Вот по данным статуправления Армении, количество населения по сравнению с периодом прошлого года уменьшилось на 15 200 человек. Даже руководство Армении во главе с президентом Сержиком Саркисяном начинает в конце концов понимать, что если этот процесс, имеется в виду миграцию населения, не остановить, то в скором времени Армения полностью опустеет. С детства мне хотелось отметить маленький такой штрих. Вот и правительство, и президент, и парламентарии, и даже оппозиция у них там в Армении одним голосом говорят, что дело обстоит катастрофическое у них с демографией, с миграцией населения. Но наши ютубовские герои, псевдогерои, вот ютубовские, я имею в виду ДЖДшник, там, МЖДшник, Артемчик, Мартемчик, Туркососчик, Пуркососчик, постоянно твердят, что у них все чин-чинарем в Армении. Я как-то вот все время, наверное, вы знаете, постоянно говорю об этом, что этим людям не нужно обращать никакого внимания, потому что они не в курсе этих дел, то, что происходит в Армении сейчас, потому что они не живут там. Одни живут там в Америке, другой там ДЖДшник сидит в Москве. Единственный у них вот этот агент в позе 069, что ли, живет на Горном Карабахе. И то он, когда снимает ролики, вы обратите внимание, он хочет показать, что у них прекрасно все. Предлагает своим друзьям, сородичам, приезжайте, пожалуйста. Он чуть не умоляет, что ну вот приезжайте, приезжайте. Он почему так постоянно говорит? Потому что там никого нет. И он не знает, что никто туда не приедет. Не знает он об этом, потому что те, которые убежали уже, находясь в Америке, там, во Франции, я не знаю, в России, они никогда туда не приедут. Они знают, что там будет в скором времени. А этот агент 069, вот снимая ролики, вроде он типа хочет делать, что там все хорошо, а получается у него наоборот, если внимательно посмотреть на его ролики. Что он снимает там? Снимает церковь,
без прихожан, никого там нет, пустота. Снимает, в крайнем случае, это баллоны с самогоном, какие он самогоны делает. Или ролик я один посмотрел его, снимает опустошенное село с одной бабулькой, его клубничное вот это поле, огород, в котором никого там нет. И эту клубнику он с таким пафосом предоставляет всем. Вот посмотрите, какая клубника, какая вкусная. Слушай, придурок, эта клубника у меня в холодильнике лежит в течение года. Целый год. И зимой, и летом, и осенью, и весной. Даже курицу у меня во дворе. Эту клубнику не едят уже. А ты эту клубнику показываешь нам, как будто какую-то он антикварную вещь нашел. Вот посмотрите, у них там клубника. Тем более, клубника это такое растение, что оно неприхотливое. Посадил там один кустик, через 2-3 года там получается целый огород. Но там же нет людей, понимаешь? Ты один там с этой бабулькой сидишь и не знаешь, что завтра с тобой и с ней будет. Ладно. Я отошел, по-моему, от темы. Давайте продолжим. Вот депутат у них от правящей партии Самвел Фарманян, выступая перед парламентом, очень удивил и парламентариев, и однопартийцев, и оппозицию, заявив о демографическом кризисе в Армении. И дальше он заявляет, что ни власти, ни оппозиция не обладают качествами, которые позволяют держать руку на пульсе и искать решения. То есть, получается такая картина. Люди бегут из страны. Ни оппозиция, ни правительство, ни даже президент не знают, во-первых, причину, почему эти люди бегут из страны. Во-вторых, не знают, как их остановить. Причину они называют разные там. И социальные, экономические. Ну как они называют? Вот по-армянски. Один называет социальные проблемы, другой отрицает. Он говорит, нет, не социальная проблема, не экономическая проблема. А какая причина-то? Так что они до сих пор не могли прийти к общему мнению. Какая же причина, почему люди бегут из такой великой древней Армении, если все там прекрасно, чин-чинарем. А давайте я расскажу вам хотя бы вот две причины, почему эти люди оттуда бегут. Мне кажется, что первая причина – это продолжение развязанной Арменией территориального конфликта с нами, с Азербайджаном. То есть Нагорно-Карабахского конфликта. Как вы знаете, война продолжается почти уже 30 лет. И конца ее не видно. Вот те, кто начинал этот кошмар в 87 году, либо уже на том свете, либо на должности в Армении. Им не грозит ничего. А новое поколение армян даже не знают, как выглядит Карабах. И не желают там за него умирать. Хотя потому, что они прекрасно понимают, оккупированная территория никогда не будет признана за ней. А значит, конца кровопролитию не будет. Вот и поэтому молодежь активно покидает страну. А старение населения естественным образом ведет к падению рождаемости. Вот это первая причина. И мне кажется, что она самая главная. Давайте посмотрим вторую причину. Второй причиной является отсутствие внутренней связи у граждан Армении с территорией, которую занимает нынешняя Армения. Вот десятилетняя пропаганда так и не могла им проникнуться понятием исторической родины. Отсутствие такой связи ведет к тому, что армяне разбредаются по всему миру.
в поисках более сытой жизни. По большому счету, армянский народ до сих пор еще не знает точно, где же находится его историческая родина. Таковой объявляется любая территория, которую армянству удается заполучить. Так же было и с азербайджанскими землями, и грузинскими землями, на которых 100 лет назад была создана Армения. Так что начинать решать проблему демографии нужно с освобождения оккупированных азербайджанских территорий и возвращения армянскому народу правды о нем самом. Вот я приведу такое вот сравнение. Нынешние американцы тоже являются потомками тех, кто когда-то расселился на чужих землях, уничтожив коренное население и построив себе нынешнюю страну — Соединенные Штаты Америки. Наверное, все прекрасно знают, да, об этом? Но в отличие от армян, американцы не называют континент своей исторической родиной и не боятся своей истории, а это не мешает им хорошо жить там. Армении же так и не удалось стать нормальным государством благодаря идеологии, погрузившей целый народ в гигантский комплекс неполноценности. То есть Армения так и не стала родиной для армян. Вот поэтому и люди бегут оттуда. Вот это вторая причина. Вот. Я же вот сказал, что, во-первых, они не знают причину. Я назвал две причины всего-навсего. Во-вторых, у них проблема какая? Не знают, как остановить людей, чтобы они не убегали. Но попытки у них делаются. Ну, делаются эти попытки по-армянски. Они такие, ну, если так попроще сказать, очень смешные. Давайте я вот тоже приведу два примера. Как они думают решить эту проблему? Первую, значит, назову предложение депутата Самвела Фарманяна. Он считает, что, вот внимательно слушайте, это его слова. Он считает, что мерилом работы правительства должен являться не экономические показатели, а демография. Вот посмотрите, мерилом работы должен являться не экономический показатель, а демография. Это что-то новое для меня все-таки. Демографические показатели должны являться индикатором работы правительства. Это только в Армении может быть. Индикатором работы правительства может являться демографические показатели, а не экономические. Работу правительства следует расценивать по тому, как меняются демографические показатели. Это я продолжаю его вот процитировать. Экономические показатели не имеют никакого значения. Ребята, смешно или нет? Мы знаем, что во всех странах, во всем мире экономические показатели только являются мерилом работы правительства. А у них на первое место вышло демографические показатели, как остановить людей. Понимаете? В принципе, этот Фарманян в чем-то и прав. Знаете почему? Так как нет смысла говорить о каком-то развитии в стране, если армяне не живут на своей ускоренно опустошающей родине. Однако этот соратник Сержа Саркисяна, похоже, не улавливает, что без решения экономических проблем, что в условиях Армении выглядит нереально, остановить бегство населения не удастся. Вернуть армян на родину в нищету и бесперспективность не удастся. Он что предлагает? Он предлагает создать в парламенте специальную рабочую группу, которая будет заниматься пресечением миграции. То есть людей просто-напросто не будут выпускать из страны. Поможет ли?
это армянским властям. Покажет время. Но, как видите, метод неординарный, смешной. Ну, просто-напросто, вот людей не будут выпускать из страны. Вот и все. Решил он этот вопрос. А почему, если люди, покидающие страну, зададут такой вопрос, ну почему я не должен уехать, если ему хочется? Ну, он сказал, пресекать все, не отпускать из страны. Армянский метод. Другой депутат у них есть такой, мигрант Акупян. Значит, он предлагает еще экстраординарный способ. Вот смотрите, в конце будет смешно это все. Он предлагает, значит, побыстрее разработать стратегию, быстрее ее утвердить, и миграция в стране будет приостановлена. Какую стратегию разработать? Но все нужно делать побыстрее. Потому что все там горит. Вот. И он считает, что в результате этого, то есть, если они вот разработают такую стратегию побыстрее, ее утвердят, и в результате этого миграционный процесс превратится в репатриацию. То есть, люди будут возвращать назад. А какая стратегия, он не раскрывает. То есть, люди будут возвращаться назад и посредством естественного прироста, естественный прирост, наверное, вы знаете, это рождаемость населения считается. И посредством естественного прироста им удастся решить демографическую проблему. Короче говоря, господин мигрант Акопян разработал стратегию, быстрее-быстрее утвердил, приостановил миграцию и с помощью естественного прироста решил демографическую проблему. Вам смешно? Вас не знаю, мне немножко смешно стало. Впрочем, вот эта склонность к фантазиям, заразная болезнь в Армении. Классикой этого жанра можно назвать заявление президента еще, Сержика Саргсяна. Знаете, как он о чем говорил на эту тему. Он сказал, что через 20 лет армян в Армении станет целых 4 миллиона. И это при нынешних неполных 2 миллионах. Он сказал, Саргсян сказал, через 20 лет. Во-первых, давайте подумаем. Серж Саргсян думает еще 20 лет управлять этой страной, Арменией, если он доживет даже. Во-вторых, как это будет? Он сказал, что через 20 лет в Армении станет целых 4 миллиона армян. Как это будет, он не сказал. Ну, президент такой у них. Я не буду о нем говорить, хотя некоторые наши вот ютубовские герои иногда начинают сравнивать нашего президента и своего этого слесаря-смазчика. Ну, просто не хочу я затронуть эту тему. Это же не тот уровень. Даже о нем говорить не надо. Ну вот вышел, сказал, что через 20 лет будет 4 миллиона в Армении.
Будет, значит, будет. Но еще более смешным является ответ депутата этого Миграна Акопяна. Знаете, когда корреспондент ему задавал вопрос, такой вопрос он задает этому Акопяну. А удастся ли такими темпами достичь отмеченного Саргсяном показателя? То есть президент сказал, через 20 лет будет 4 миллиона. Корреспондент, журналист задает вопрос депутату. А удастся ли такими темпами достичь отмеченного? Акопян в своей манере, армянской манере, он же депутат, там он все сидит на кормушке, кормится, у него все хорошо. И он знает, как отвечает ему этому журналисту. Он заявляет так, что президент четко поставил эту задачу. О, какой грозный у них президент. Четко поставил задачу. А если поставил, надо выполнять, а не задавать вопросы. Видите, какой ответ? Президент поставил задачу. Какую задачу? Он сам не знает. Сам не понимает, как это все будет. Он говорит, президент поставил задачу. Нужно выполнять, а не вопрос задавать. И дальше, когда он продолжает, это еще вообще умора. И он говорит, вот его слова. В конце концов, пусть мужское население в Армении критически сократилось. Но женщины-то остались. Ребята, я бы хотел здесь поставить многоточие и большой такой вопросительный знак. Мужское население в Армении критически сократилось, но женщин-то остались. Вы что-нибудь поняли? Если нету мужика рядом с женщиной, как она будет рожать-то? Я не знаю. Если кто-то знает, сообщите мне об этом. Да ладно. У меня сегодня все. Желаю всем удачи. До свидания. До новых встреч, друзья.